Ваше первое впечатление о матче? За что сейчас похвалили ребят? За что поругали? Ну, впечатление только не только положительное. И отрицательные, конечно же, есть. Но по эмоциональному накалу, я думаю, игра всем понравилась. Желание, старание нельзя было отнять ни у одной, ни у другой команды. Мужская борьба была, мужская игра со множеством стыков, столкновений, с хорошими моментами. Я только поблагодарил ребят. Ну, естественно, а тактические моменты мы разберем на разборе. Когда готовились, на что обращали внимание ребят? То есть к чему готовили? Ну, это в основном, конечно же, тактические моменты, но и самое главное настрой, чтобы не проиграть настрой, потому что прошлую игру, к сожалению, в том сезоне самое большое поражение потерпели в своей истории, по-моему, даже. Вот поэтому горели желанием реабилитироваться. Вот. Но было задание, чтобы, конечно же, чтобы желание не перебивало разум. Соперник сегодня в плюс удивил, в минус, ожидали больше, или в принципе показал то, что от него ожидали. Мы просматривали игры, да, предыдущие, их вообще-то знали, как они играют, знали, что немного изменили они по сравнению с прошлым годом свою игру. Но опять же, обученная хорошо команда. Я и в том году говорил, что эта команда одна из лучших по содержанию, по поставленности игры. Ну, даже лучшая команда, я считаю. Поэтому футболисты смотрелись достойно. Надо продолжать в том же духе. И я думаю, будут прибавлять только в мастерстве наши ребята, когда будут такие игры по такому накалу. Ну, сейчас в раздевалке настроение ребят какое? Ну, расстроены поражением. Я считаю, что это правильный момент. Надо всегда настраиваться на победу только. И то, что проиграли, переживают. То, что пропустили мячи, вот эти переживают. Переживают, что судья не добавил несколько секунд, минут. Жажда борьбы была. Пропущенные мячи, опять собственные ошибки, потеря мяча в центре. Ну, первый мяч в центре, да, потеря там необоснованная. Там, здесь тоже потеря мяча, да, быстрая атака, ответ. Ну, за счет... Ребята хотели как лучше, скажем так. Ну, да, ошиблись, разберем эти моменты. Три игры за неделю тяжело для команды или начало сезона нормально? Ну, поэтому мы, конечно же, не то что тяжело, но это наша работа. Поэтому мы варьируем состав и нагрузку получат равномерно все. Те, кто будет лучше готов, будут в следующей игре играть. В воскресенье во сколько игра? 16:00 игра опять здесь. Здесь, да? Да. Ждем всех.